Другим темам. Казачье единение. С 15 по 17 июля в Улан-Удэ пройдет 8-й республиканский фестиваль казачьей культуры. В нем примут участие 19 районов Бурятии, команды казачьих обществ, а также коллективы из Приморья, Забайкалья и Иркутска. Отмечу, такое мероприятие город примет впервые в пятницу вечером. В парке «Юбилейный» участники фестиваля дадут небольшой концерт. Основным местом событий станет Комсомольский остров. Основные же мероприятия у нас развернутся 16 июля. Традиционно это пройдет конкурс казачьего творчества, казачьи конные соревнования, соревнования по джигитовке, казачьему многоборью, а также состязания пластунов, это пешие соревнования, и этап всероссийской детской военно-спортивной игры «Сполох-2016». На фестивале ожидается прибытие по предварительным заявкам 618 казаков. Из них 239 будет участвовать непосредственно в параде. Это та яркая картинка всего фестиваля, которая будет открываться в фестивале. Церемония открытия начнется в субботу в 10 утра. Все основные мероприятия закончатся до 8 вечера этого же дня.